Селедочка в винном маринаде. На разделочную доску надо будет одеть целлофановый пакетик, чтобы не пахло потом доска. Разделаем на порционные кусочки селедочку вот таким вот образом. Дальше у нас красный лучок, тоненько нарезаем. Красное вино. Несколько горошин душистого перца, несколько горошин черного перца, один лавровый листик и чайная ложка рисового уксуса. Одна чайная ложка сахара. Доводим до закипания, снимаем, остужаем в комнатной температуре, добавляем красный лучок туда и заливаем селедочку. Даем постоять несколько часов в холодильнике, и наша закуска готова. Всем приятного аппетита, добра и всего-всего самого наилучшего.